Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим Болотов, и сегодня мы начинаем полуфиналы турнира Кубок лучших Galaxy по свободной пирамиде. И сегодня мы узнаем имена двух финалистов, которые уже в следующий понедельник сразятся за звание лучшего в городе Гродно. В первом полуфинале играет Егор Лукьянович и Павел Кобылин. Это матч-реванш. Сетка у нас создавалась по аналогии серии турниров Bad Boom. И данная сетка позволяет повторение матча до финала. Егор с Павлом играли в первом круге данного турнира, где победу одержал Егор 50-43. Павел прошел по низу, Егор выиграл следующий матч в верхней сетке. И вот в полуфинале они вновь встретились, и кто-то один из них сегодня покинет турнир, а кто-то выйдет в финал, где сыграет в следующий понедельник в 19:00 с еще одним финалистом, которого мы узнаем сегодня во втором полуфинале. В 20:00 сыграет Друзь Анатолий и Максим Болотов. Матч обещает быть интересным. Узнаем сегодня, сможет ли Павел взять реванш у Егора, либо же Егор закрепит свое достижение, дважды обыграв Павла Кобылина на данном турнире. Будут у нас розыгрыши сегодня во время двух наших матчей. Призы будем разыгрывать от нашего партнера автоцентра «Флагман». Ссылки на инстаграмы наших партнеров есть в описании к данной трансляции. Неудачный разбой от Кобылина. Удар чистый, штрафа нет. Так вот, по поводу розыгрыша. Собираем 15 лайков, и я дам старт розыгрышу. Разыгрывать будем освежитель воздуха, который можно повесить у себя в салоне автомобиля от автоцентра «Флагман». Ссылки на которые есть в описании. Также есть ссылочка на телеграм-канал Galaxy Billiard. Первый забитый шар за Егором. Galaxy Billiard — телеграм-канал, в котором мы публикуем все новости о наших турнирах, предстоящих, текущих. Освещаем кубок лучших. Впереди много турниров. В нашем клубе планируется, также у нас идет серия рейтинговых турниров Galaxy Grodno 2024, где принять участие может любой желающий, за исключением мастеров спорта и выше. Для того, чтобы знать, когда что состоится, подписывайтесь на телеграм-канал. Постучался к нам шарик в дверь. И более одного шара Егор не смог выжать. Также есть ссылка на сетку турнира, можете посмотреть, как развивался у нас турнир, кто принимает участие в данном турнире. И ссылка на сервис Donation Alerts для тех, кто хочет отправить свой донат и поблагодарить организаторов турнира и поддержать наш канал, отправив свой донат, написать какое-то сообщение можно к нему, которое появится на экране у всех наших зрителей трансляции. Ну что, пока собираем 15 лайков, есть уже 10. Начало розыгрыша давать еще рано. Начинаем наблюдать сейчас за серией Павла Кобылина. Вместе со мной комментировать матч сегодня будет Вадим Мищенко. Да, ребята, всем добрый вечер. Я надеюсь, что мы с вами будем смотреть интересный и до конца матча захватывающий, с интересными сериями, а также выходами, ну и, конечно же, отыгрышами. Что мы видим? 1-0, да? Да, 1-0 до 50 шаров. Чужой с правой руки. Идет за докрутом Егор. Почему не рассматривает направо чужой?
желтым шаром по белому, вот это нишное. Возможно, это левая пара прямая, он хочет подкатить, сыграть по выходу, но мне кажется, там есть небольшая резка. Да, сейчас посмотрим. Включи другой ракурс, пожалуйста, Максим. Нет, по-моему, есть все-таки резко. Смотрит в короткий борт больше данная пара. Играет с правой руки Егор с докрутом. Да, вот прокатывать хочешь на слабом ударе. Да, хорошо исполнено. Есть продолжение. Ну что, Максим, как ты считаешь, кто фаворит этого матча? Сказать сложно, я уже говорил в начале трансляции, что это матч-реванш. Важный матч за выход в финал, за выход в главный матч данного турнира. Определить фаворита здесь сложно. Так. Но мне кажется, фаворитом будет тот, кто первый пойдет в отрыв. Как ты считаешь? Но мне кажется, даже если сейчас, например, Егор выйдет впереди 10-0, то Павел не из тех игроков, которые отъедет и начнет, скажем так, равнять борты. И Егор знает, что соперник опасный, соперник будет наказывать за любую ошибку. Но тут также интересно, после первого матча сделал ли выводы Павел. Он проиграл Егору, да, показывал невзрачную игру. И сегодня, мне кажется, будет борьба до последнего шара. Так, проверю я параллельно лайки. 11 лайков, еще 4 лайка надо, и будем начинать наш розыгрыш. Пока 4-0 впереди Егор. Два раза у стола был Павел, один раз неудачный разбой, а второй раз не забил свояка. И все остальное время мы наблюдаем Егора на серии. В первом подходе он смог забить только один шар, и сейчас второй подход. Его серия составляет 4 шара. Опять надо прибегать к правой руке. Егор играет с левой руки, но правая у него хорошо поставлена, тренирует он ее. По-прежнему 11 лайков, но 21 зритель. Давайте, ребята, поднажмем с лайками. Кто не подписан на наш канал, также подпишитесь, чтобы не пропускать уведомления о трансляциях. После данного полуфинала мы в 20:00. Либо позже, если данный матч задержится. Выйдем вновь в эфир со вторым полуфиналом. Так, спрашивает Егор, чисто ли было у Павла. Да, все правильно. И ставьте лайки, пишите в чат, ваша активность поможет нам собрать больше зрителей. YouTube в данном случае будет продвигать нашу трансляцию чаще. И ошибается на 6 забитых шарах Егор, отдает шар в центр. И посмотрим сейчас, как разберет данную позицию Павел, насколько он настроен на своего соперника сегодняшнего. 22 зрителя, 12 лайков, ждем еще 3 лайка. И будем разыгрывать освежитель воздуха, который можно повесить у себя в салоне автомобиля от автоцентра «Флагман». А ты, Вадим, как считаешь, кто фаворит сегодняшнего турнира? Ты говорил, что кто первый поведет в счете, но вот сейчас ведет Егор 7-0, то есть получается, можно считать Егора уже фаворитом? Ну, на данный момент, да, если посмотрим, конечно, по ударам. А вот после данного удара? После данного удара? Вероятность того, что Егор будет фаворитом, будет снижаться в процентном соотношении? Ну, до матча фаворитом, конечно, был, ну, не конечно, предпочтительно просто мы спрашивали, кто на кого ставит, кто на кого, то предпочтительнее себе брали все Павла Кобылина, так как он настроен взять реванш. Ну и сейчас он, конечно, находится в великолепной форме. Недавно выиграл он у нас этап по свободной пирамиде. Так, а не задалеко ли проехал биток? Далековато, по-моему, нет, нет, свой, летает. Свой есть. Шар не стоит на борту. Толсто. Да. И поднимется шар от короткого борта и будет
Еще одна хорошая возможность для Егора увеличить свой отрыв. Было у нас в первом этапе, летом проводили мы Кубок лучших Galaxy по свободной пирамиде просто. И была у нас похожая ситуация. Николай Лазута и Сергей Семашко встретились в первом туре нашего турнира, где победу одержал Сергей Семашко. Николай прошел по нижней части сетки, и в полуфинале они вновь встретились, где Николаю уже удалось взять реванш. На данном этапе турнира у нас похожая ситуация. Игроки встречались в первом матче турнира. И сейчас реванш, и будем смотреть, удастся ли Павлу его взять. Но пока что отстает он на 6 шаров, и Егор на серии. Вижу я 15 лайков. Пишу в сообщение в чат начало розыгрыша. И после данного сообщения все ваши числа учитываются. Диапазон от 1 до 35. Пишите числа. Повторю, что разыгрываем освежитель воздуха от автоцентра «Флагман», который вешается в салоне автомобиля. Ну что, Егор, есть чужой. Как налево, так и направо. Направо, наверное, обратная резко. Если ты про верхнюю пару имеешь в виду, да, да, сложнее, но там можно попробовать пошевелить рядом стоящие шары, но гораздо проще играть налево, но сам по себе шар непростой. Но Егор справляется, и будет выход от трех бортов в эту же лузу. Докатится ли? Да. Но не станет ли на борт? Нет, не станет. Отлично. Играется шар, по-моему, нижним шаром. Вполне комфортабельный чужой. И шанс для Лукиновича увеличить свое преимущество по окончании первой сыгранной партии до 10 шаров. Это очень комфортный перевес. Сыграл, я так понимаю, без выхода, не обеспечивал себе продолжение. И сейчас будет установлена пирамида. Усеченная. Есть у игроков возможность поставить полную пирамиду и провести активный разбой. Но это будет усеченная. И почему-то я уверен, то, что Егор будет один из шаров прятать за пирамиду. Пытаться это сделать, другой шар уводить на дальнюю половину. Да, это самое грамотное. Момент в этой, как правильно сказать, наверное, в этой позиции для того, чтобы усложнить своему сопернику задачу. Да, будет от четырех бортов вести биток за пирамиду, но шары будут видны. Ну, атаки нету. Да, атаки нету. Хорошо, Егор обычно разводит данные шары. В последнее время я часто за ним замечаю, но крайне редко у него удается один из шаров привести к лузе на дальней половине для того, чтобы усложнить отыгрыш своему сопернику. То есть он просто... Павел атакует, нет. Павел не атакует. Павел хотел спрятать, не смог. И что мы видим? Вот направо шар, но со второго этажа. Правой руки с верхнего моста неудобно. Будет отыгрыш. Это 100%. Обеспечил, да, Егор себе преимущество. Атаки здесь нету. Ставит провокацию в виде свояка Павлу Кобылину. По-моему, будет подбой пирамиды.
Нет, на забой играл, шар забит. И сейчас в данной партии кобылину важно не делать ненужных ударов, аккуратно сыграть, дождаться ошибки соперника для того, чтобы сократить отставание, создать интригу в нашем матче. Что, может, это провокация на дальнего чужого теперь для Лукьяновича? Нет, Егор не из тех спортсменов, которые будут кидаться на шар, который не дает продолжения. Поэтому тут 100%. Это ты как тренер говоришь? Ну, он знает, он провел немало соревнований. Он понимает, что такое бесполезный шар, а что такое шар дающий продолжение, что такое необходимость терпеть. И вот ошибка на отыгрыше. Чужой в центр есть у Павла. Да, вот в этом компоненте, конечно, Павел превосходит Егора. Компонент отыгрыша, конечно, очень важен. Особенно моменты, когда мало шаров на столе, когда ребята будут более часто это делать. И тут у Павла есть преимущество. Ребята, напишите, пожалуйста, или хорошо нас слышно, если Максим не спрашивал. Сегодня у нас полуфиналы, и вот к тебе вопрос, Вадим, как гродненскому бильярдному эксперту. Кого ты видишь в финале? Вот, допустим, вот сейчас даже вот этот матч взять, счет 12-4, второй полуфинал не начался. Вот твое внутреннее чутье, вот сразу тебя спрашивают без раздумывания, вот кого ты видишь в финале? Вот сидит у нас на заднем плане еще один полуфиналист, Анатолий Трусь, который в данном турнире идет без поражений по верхней сетке. Ну, у нас настолько ровные полуфиналы, Максим, что тут тяжело кого-то выделить или отдать предпочтение. Ну, даже вот если бы до матча этого, то, наверное, Павел немножечко больше имел шансов на проход. Но на данный момент я вижу, что шансы я разделил так. У всех есть по 25% на выход в финал. То есть 25% у тебя, у Анатолия, у Егора и у Павла. Пары на самом деле очень ровные. И отдать тут преимущество очень тяжело кому-то из ребят. Так, посмотрим с другого ракурса. Не очередная ли это ошибка на отыгрыше? Случайно включил я повтор. Да, есть чужой, очередная ошибка на отыгрыше от Егора, разводит он обычно такие шары по двум длинным бортам идеально, но сейчас еще одна ошибка на отыгрыше, но безнаказанным остается Егор. Да, непростая середина на нашем ТВ-столе, хотя Максим говорит, на любом мягком ударе шар падает, но как я вижу, что ребята больше всего ошибаются именно в середину. Хотя она стандартная. Ну, вот я говорю, мягкий удар, никакого волнения, да. Очень много чужих с разных углов падают, но в турнире, когда ты волнуешься, переживаешь, рука может немного поджиматься, не попадаешь в резку, не можешь забить. Немножко другая ситуация. Ну что, очередной вот выигрыш Егора. С ним он тоже не справляется, свояк есть в верхний левый угол, третья подряд ошибка на отыгрыше. И сейчас пара таких ошибок, если будет подбита пирамида, то чаша весов может уже склониться в обратную сторону. Но не забит свояк и приезжает подстава, возможно ли ту дать. Нет, тут чужой на сложной резке. Я думаю, шар стоит немного ближе. И на хорошем боковом вращении можно сыграть под боем пирамиды. Тут, наверное, даже стоит выбор, что пробивать на чужого, на запредельные резки, или пробовать все-таки на
Своячок на скате, либо тонко сильно. А Егор вообще делает решение, наверное, принимает отыграться. Сейчас посмотрим. Потому что в случае забития свояка шар бесполезный, и тебе придется отыгрываться со сложной позиции. Поэтому можно принять решение сделать самому отыгрыш. Да, задумался наш юниор. Что-то ему не нравится. Да, хорошо получилось. Улыбается Павел, что есть свой от кучи. Да, и будет он его пробовать бить. Очень перспективный шар. Нет, не будет. Еще раз улыбается Павел. Понимает он, что в случае не забоя. Егор может дальше пойти в отрыв. Допускать этого Павлу, конечно же, нельзя. Потому что если вторая партия закончится разгромно, то может быть все очень плохо для него. Два матча на нашем турнире уже заканчивалось контровом шаре. Анатолий Трусь и Николай Лазута первыми подарили нам такой праздник для зрителей. А второй матч — это Болотов Максим и Нашкевич Владимир. Максим, ну ты испытал? Да, я несколько матчей в начале соревнований очень ждал такой счет. Я не верил, что он может быть. И матч я комментировал с Павлом, и все шло к 49-49. Мы увидели этот праздник. Понятно, что это для зрителей праздник, но для игроков это проверка своих, скажем так, стальных канатов. После этого матча я опять говорил, когда комментировал, что все-таки интересно еще раз увидеть 49-49, но не думал, что это произойдет на моем матче. Но я испытал это на себе. И, наверное, не готов еще раз это испытывать. Я так понял, тебе не понравилось это ощущение? Нет, у нас была такая открытая позиция с Владимиром. И счет 49-49, где ты понимаешь, что в этой позиции любая ошибка станет для тебя роковой. Если бы еще была закрытая позиция и какая-то серия отыгрышей, то ты понимаешь, что от тебя зависит, как ты отыграешься, как ты, может, спровоцируешь соперника. Когда позиция полностью раскрытая и большое выбор, на что можно обратить свое внимание для атаки, это немного другое, и даже под давлением все равно все очень опасно. 31 зритель у нас. Давайте, друзья, поднажмем с лайками. Чем больше лайков и ваших сообщений в чате, тем больше зрителей мы сможем собрать на нашем турнире, ой, на нашей трансляции. Сегодня полуфиналы Кубка лучших Galaxy, а в следующий понедельник в 19:00 мы уже узнаем имя финалиста. Имя победителя второго этапа Кубка лучших Galaxy города Гродно по свободной пирамиде с продолжением. Также еще раз повторю, что в описании есть все необходимые ссылки на наших партнеров InPoker и автоцентра Флагман. Сегодня мы будем разыгрывать призы от именно данного автоцентра. Ссылка на сетку турнира, на телеграм-канал Galaxy Billiard, где мы публикуем все наши новости о наших турнирах, о турнирах в Республике Беларусь в целом. И ссылка на сервис Donation Alerts для тех, кто хочет отправить нам донат. Ну а я, друзья, ненадолго покину комментаторскую комнату. Сегодня в основном вы будете смотреть матчи вместе с Вадимом Мищенко.
Я играю сегодня во втором полуфинале, поэтому поставил для себя задачу стараться максимально экономить силы перед матчем. Но иногда буду возвращаться и вместе с Вадимом комментировать для вас данный матч. Сейчас уже 13-4, нет хороших серий, пирамида собрана, просматривает Егор, идет ли чужой, посмотрим бы мы. Ничего особо не понятно с данного ракурса, поэтому будем ждать решения Егора. Нет, это будет отыгрыш. Ну, вряд ли это атака чужого в среднюю лузу. Ну, Максим, я тебе хочу пожелать удачи в сегодняшнем матче. Я думаю, что ты можешь, ты готов, и ты должен выигрывать как минимум полуфинальный матч. Ну и финал тоже должен быть за тобой. Ну, 8 вечера сегодня. Узнаем, как сложится полуфинал для начала. Так, друзья, я оставлю вас с Вадимом. Сегодня он очень хотел покомментировать полуфинал для вас. И пишите свои вопросы ему. Задавайте сообщения в чате одному из лучших игроков города Гродно. А я скоро вернусь. Ну что, отправил я Максима, нашего юмориста, с комментаторской. Пускай идет, настраивается и готовится на свой матч. А мы с вами наблюдаем за встречей. Егор против Павла. Да, ребята не раскрывают позицию, потому что оба спортсмена имеют достойную кладку и в случае незабития могут провести серию даже двухзначную. Егору перед игрой я посоветовал не спешить, обдумывать все действия, так как эта игра на вылет. Хорошо отыгрался Павел, усложнил задачу Егору. Хочу также, ребята, проанонсировать предстоящие турниры в бильярдном клубе «Галактика», который состоится 20-21, состоится второй этап Galaxy Cup, Galaxy Гродно, по-моему, он у нас в этом году звучит, по московской пирамиде, будет старая Москва, турнир с гандикапами, скоро появится онлайн регистрация. В первом этапе у нас собрался 31 человек. Было все очень интересно. Уверенно победу одержал Павел Кобылин. Потом нас ждет в мае чемпионат Гродненской области. Он состоится за 2 недели до чемпионата страны, который также у нас пройдет. Он состоится 24-25 мая. Сроки утверждены, ждем положения. И как положение будет на руках в Гродненском отделении Белорусской ассоциации бильярдного спорта, также мы откроем регистрацию и на чемпионат страны.
Ну что у нас? Отыгрыш сколько уже? Минут 10 ребята отыгрываются, а может и 15. Павел вначале решил более активно вести, но видит, что Егор забивает, Егор делает серии. Все-таки он решил. Затянуть Егора в игру по отыгрышу. А что у нас чужой? Да, великолепный чужой. С оттяжкой. Очень красивые эти удары. Да, вот так по шарику и по шарику Павел начинает догонять. Напомню, что после первой партии был запас в 10 шаров у Егора, 12-2. Вот хороший отыгрыш Егора, если додумается этот шарик привести в пирамидку, а тот на дальнюю половину, тогда усложнит задачу для Павла Кобылина. Сейчас посмотрим. Да, по-моему, и пытался он это сделать, но не угадал размер. Да, хороший отыгрыш. Склеил шары между собой. И теперь Егору нужно подумать, как отыграться для того, чтобы не отдать нижний шар, который находится под пирамидой. Очередная ошибка от Егора по отыгрышу, но есть чужой в середину, даже с попыткой подбоя, но еще нужно забить. Да, справляется Павел с этим ударом, разбивает пирамиду, и это может быть очень хорошей серией. Так как шар свесил и слева, и справа стоит. Немножечко не достает Павел к шару. Насколько я знаю, докрута у него в его кие нет. Поэтому придется играть либо с машинкой, либо искать кий с докрутом. Да, Егор любезно предоставляет Павлу свой кий. Также, ребята, напоминаю, что у нас проходит розыгрыш. Диапазон чисел от 1 до 35.
Да, великолепно справляется. Забивает шар, останавливает. Мягенький удар, хороший выход. Но делает ошибку он на этом чужом. Было немножко дискомфортно бить, так как шар был, находился рядышком с остатками пирамиды, что у Егора есть чужой налево со второго этажа, или все-таки более удобного чужого направо бить, освобождая тем самым желтый шар для продолжения в левую лузу. Но сейчас посмотрим, что выберет Егор. Да, решил все-таки он ударить направо, забил, ну и продолжение есть. Опять Егор берет докрут. Да, у нас в нынешнем моменте именно турнирном очень часто прибегают ребята к тому, чтобы брать докрут. Этот элемент, даже имея рост, вот как у Егора 184, у Павла, я думаю, что не меньше. Очень часто есть продолжение, которое влияет на исход матча. Что чужой с переводом? Нет, все-таки с подкатом. Уронил второй шар Егор, расстроился. Но есть чужой. Забивает его Егор. Что мы видим? 19-8 в пользу нашего юниора. Но это, повторюсь, в этом матче ничего не значит, так как Павел — это боец. При любом счете он чувствует свою уверенность. Нужно Павлу усложнять задачу для Егора в отыгрыше и дожидаться ошибки.
Ну что, будет атаковать своего налево? Наверное, будет, так как три шара на столе. В случае даже незабития ты отдашь всего лишь один шар. Ну, удача на его стороне. Похоже, правда, свояк становится для Павла. Гораздо ближе попал, чем Егор, но тоже шар не падает в лузу. Ну что, очередной раз Егор берет докрут. Какой это уже по счету я сбился. Может быть третий, может быть пятый. Но спасибо Сергею Каюкову за то, что он сделал юниору кий с докрутом. Причем у него три докрута, то есть можно сделать максимально длинным кий. Да, и забивает Егор этот шарик, и счет становится 8-20. Что, Павел не берет перерыв? Уверен он в своих силах. Думает, что это случайность, наверное. Но я бы, конечно, на его месте все-таки перерыв взял. Да, забивает Егор и 21-й шар. Не заметил я, было ли касание. По-моему, было. Что, не рискнет Павел от пирамиды своячка? Нет. И вот сейчас я не заметил, было ли касание. Но ребятам находятся у стола, им виднее. Я уверен, что эти ребята признаются сразу, и мне не нужно пересматривать повтор и принимать какое-то решение. Поднимает руку Егор. Неужели он не атаковал и настолько промазал врезку? Надо будет спросить у него по окончании матча. Задумка очень хорошая, но в очередной раз есть атака у Павла. Даже не пытался он скрутить своего, так как понимает, что один шар ничего не дает. Ну что мы видим, есть свой в середину. Наверное, все-таки перекатывается шар. Да, только на подтяжке. Либо чужой с кучи. Справляется Павел с этим ударом. Есть чужой направо.
хватается за голову Павел. Думал, что пирамида пошатнется, но этого не произошло. И шар прикатился только на подставку, которая, в принципе, никакого продолжения не дает. Только если свой... противоположную лузу мог давать какое-то продолжение, какой-то подбой пирамиды. Ну, Егор по шарику, по шарику. Ну что, идет на свой Павел. Любит он такие свояки. Да, исправляется. Можно сказать, такой московский удар. Но продолжение есть. Есть возможность забить чужого. А также от длинного борта подбить пирамиду. Наверное, это и будет пытаться Павел сделать. Да, пытался, но... Шар забил, но пирамиду не зацепил. Расстроился он, конечно. А счет у нас 11-23 в пользу нашего юниора. Да, видите, усложняет задачу Павел для Егора, так как он нащупал слабое место. Да, на этот раз справляется. Есть, конечно, свой от желтого шара, но шар бесперспективный. Да, ребята, и напоминаю, что у нас проходит розыгрыш от нашего друга автоцентр «Флагман». Мы разыгрываем освежитель воздуха в автомобиль, который вешается. И диапазон чисел от 1 до 35. Смотрите свободные номера и пишите, участвуйте в розыгрыше и выигрывайте. Всегда приятно посмотреть матч интересный, ну и еще и заодно попытать... удачу в розыгрыше. Да, ребята, ну и хочу попросить вас, прожимайте, пожалуйста, палец вверх, если вам нравится трансляция. Для вас это ничего не значит, но лайки продвигают трансляцию, делают нас, наши матчи более популярными. Ну что, чужой под левую. Похоже, шар Павел забил в прошлой партии с хорошей оттяжкой. Прикатывается чужой. Сейчас посмотрим. Переводить, наверное, не... А, есть... Все-таки верхний шар идет. Да, и Павел подкатывает великолепно, оставляя резочку для того, чтобы забить чужой и сделать подбой пирамиды.
Это мы сейчас с вами и увидим. Да, как по учебнику Павел это делает. Двадцать три тринадцать счет у нас. Ошибается на своем Павел. Несложно стоял шар, но коварный у нас середина. Любое непопадание, шар сразу выпрыгивает назад. Ну что тут, что чужой? Либо все-таки свой попробовать подкатить. Да, наверное, Егор принимает решение. Да, аж подпрыгнул в момент удара. Показалось ему, что не попадает он. Да, сыгрывает чужого с попыткой перевести чужой в кассе, а перевода нет. Что мы сейчас увидим, чужой или все-таки свой дальний правый? Неудобство достает рядом стоящий шар. Поэтому Егор принимает решение сыграть сначала своего, ну а потом вернуться к этому чужому. Счет у нас становится 25-14. Думает либо свой в середину, или все-таки направо свой. Сейчас посмотрим, какое решение примет Павел. Но все-таки, мне кажется, надо пробовать своего направо в нижний угол. Тем самым освободив, если не будет продолжения, дальний чужой. Да, сыгрывает своего в середину. Ну а что с продолжением? Да, с подтяжечкой аж получился свой. Ну что мы видим? Свой с правой.
такой свой чужой с правой, либо дальний свой. Или третий вариант, свой в середину. Да, есть варианты. Сейчас посмотрим, что юниор из Гродно выберет. Да, все-таки выбирает он чужого с правой руки. Да, и забивает Егор его. Очень важный элемент в современном бильярде. Хорошо играть второй рукой. Да, и сыгрывает он своего. Ну и сейчас я думаю, что Павел уже возьмет перерыв, так как отставание в 12 шаров. Или все-таки нет? Да, нужно спрятать шарик за кучку, усложнив отыгрыш сопернику. Что, ребята смотрят какую-то зарядочку? Да, наверное, два шарика, возможно, смотрят направление лузы. Но я думаю, что если там зарядка есть, то Павел попробует ее исполнить. Любит он эти удары. Да. Нет, все-таки решил он не рисковать. Да, очень грамотный отыгрыш. Постановка шара в опасную зону к середине.
чужого какого-то отдал. Близко стоящий шар. Нет, Павел даже не рассматривает. Да, ошибается Егор. И тут может быть подбой пирамиды. Сейчас мы посмотрим со второго ракурса. Нет, все-таки. Забитие есть. Да, попытался Павел все-таки этого чужого забить, но неудачно. Ну что, из атаки я вижу только свой желтым шаром. Да, свой не забит, но пирамида немножечко разъехалась, а тут она полетит в дребезги. Поскромничал Павел, что-то мне казалось, что можно было чуть тоньше, но сильнее. Пришлось включать левую руку. Четвертый свой подряд пытается сыграть Павел. Очень редкое явление для свободной пирамиды. Да, сыгрывает и подбивает кучу. И вот он приближается уже к Егору. Красиво он разыграл серию из четырех свояков. Очередной свояк на горизонте. Ну а тут все-таки делает ошибку.
Ну что, близкостоящий шар. Да, и не справляется Егор. Со спайкой. Что у Павла мы видим? Бортовой чужой. На первый взгляд ничего и проще нету. Свой тонкий, либо с машинки чужой. Ошибается Павел с ударом с машинки. У Егора фамилия по паспорту, по которой он сейчас играет, поэтому это официальное соревнование, и он выступает под ней. Также, ребята, кто смотрит этот матч и планирует посетить Кубок Минска, открытый Кубок Минска, который состоится на следующих выходных, открыта онлайн-регистрация. Регистрируйтесь для того, чтобы мы понимали, сколько людей будет. Особенно юниоры, у вас предстоит два турнира на выходных. В субботу это открытый Кубок Минска, а в воскресенье Минские надежды. Наши юниоры с города Гродно планируют посетить эти соревнования, так как с турнирами сейчас напряженка в Республике Беларусь. И вот ассоциация сделала турнир открытым не только для минчан, но и для всех регионов. Ошибка у Егора была, сейчас у Павла. Неужели ребята замандражировали? Ну, Павел молодец. Имел такое отставание, собрался, провел хороших две серии. И это отставание сократилось до 7 шаров. Выбирает Егор чужой нарезки в середину. Да, и он точен. Свой в отскок.
наверное, в нынешней ситуации на столе можно попробовать. С этого ракурса кажется очень далекий шар. Забить чужой. В отскок налево есть свой, в отскок направо. Сейчас посмотрим, что Павел выберет. И немножечко перебил, шар закусил, луза закусила шар, и есть продолжение у Егора. Да, видим, нервничает Егор. Три раза заходит в стойку. Ну а сейчас я думаю, что Павел этот свояк в отскок будет пробовать забивать. И также делает ошибку. Что мы видим? Чужой нашим апельсином. Шар, по-моему, прямой или около этого. То есть можно подкатить и сделать хорошую серию. Сыгранный свой. Чужой на средней дистанции. С подбитием пары шаров. Да, пробивает он этот шар. Видно, что играл на пробой. Да, и свой забивает. Счет у нас становится 34-22. Отставание Павла Кобылина на 12 шаров. Ну что, опять ребята не берут перерыв? Ну, Егору, наверное, не стоит. А Павлу все-таки можно подышать. Сейчас мы посмотрим, или все-таки это перерыв. Если перерыв, тогда, ребята, я тоже на несколько минут отлучусь. Налью себе холодного кваса и вернусь к вам.
Ну что, ребята, продолжается у нас матч, полуфинальный матч нашего турнира, где Павел Кобылин, кандидат в мастера спорта, играет против гродненского юниора Егора Лукьяновича. Счет у нас 34-22. Шестнадцать шаров Егору до победы в этом матче. Также напоминаю вам, что у нас проходит розыгрыш от нашего друга и партнера «Автоцентр Флагман». Мы разыгрываем освежитель воздуха в автомобиль. Диапазон чисел от 1 до 35. Ищите свободные номера и участвуйте в розыгрыше. Ну что, есть свой с подбоем. Да, коснулся верхушку пирамидки. Ну, что только чужой в середину. Нужно что-то придумывать. Возвращать шар назад. Для того, чтобы какое-то продолжение было. Ну что, обычный отыгрыш. Не дорезая чужого. Самый простой надежный отыгрыш. 36-22.
Отличный отыгрыш от Павла. Может быть, свой и проходит, но мысль была очень хорошая. Навесить шара. Да, и застревает предательски шар в лузе, но и сыграть его особо нечем. Но, по крайней мере, акцентированный удар сделать для того, чтобы забить пирамиду, очень сложно. Да, и Павел ошибается, поднимает вверх кий. Получается дуга, и происходит штраф. Да, расстроился Павел. Можно его понять. Да, Егор снял правильного шара для того, чтобы... пытаться подбить пирамиду, но не удалось ему этого сделать. Да, попытался сыграть своего справа с подбитием пирамиды. И неудачно. Есть для Павла хорошая позиция, чтобы сократить отставание. Есть чужой направо, также чужой налево есть. Я думаю, что... пятерочку шаров, хотел я сказать, с этой позиции взять можно, но что-то пошло не по плану. Не верю я, что Павел сдался, он боец. Но пока Егор увеличивает свой отрыв. Очередной чужой забивает Егор. Есть продолжение. Ребята, напоминаю про розыгрыш. Диапазон чисел от 1 до 35. Давайте, наверное, даже увеличим до 40. Да, и очень простого шара не забивает Егор.
Великолепный техничный удар. Ну а тут ошибка. Зеркальные у нас сейчас на нашем экране цифры 42-24. Очень любят такие номера автомобильные ребята. Ой-ой-ой, Егор тоже подрасслабился немножко. Свои шары он не забирает. Два чужих, которые натренированы. Постоянно он отрабатывает их на тренировках. Да, сделал круг почета. Нужно успокоиться. Падает случайный шар, извиняется Егор. По-моему, первый случайный шар у нас в матче. Мягенький переводик. Да, пошли серии ошибок у ребят. Но повторюсь, Павел боец. Я думаю, что еще в этом матче мы можем увидеть камбэк. Хотя и отставание 19 шаров. Да, видим, Павел будет ставить пирамиду и пытаться разбивать 44-26. Да, как говорится, Павел пошел ва-банк. Не забивает Егор элементарный шар, тем самым дав шанс Павлу. Ну что, мы видим Павел на серии. Егор, не забив элементарный шар в середину, может поплатиться.
Но и Павел допускает ошибку. Да, и ребята, хочу вас попросить проставить палец вверх. Это поможет продвижению трансляции. Ну и хочу напомнить, что по окончании этого матча состоится второй полуфинальный матч, где встретятся Максим Болотов и Анатолий Трусь. Я уверен, что там будет очень интересный и жаркий матч. Мы будем вместе с вами наблюдать. Также хочу вас попросить подписаться на наш канал, кто еще не подписан, так как у нас на канале будет транслироваться чемпионат Республики Беларусь. Ну что, 45-28, 5 шаров остается Егору до победы в этом матче, но срывает он удар, видно было по замаху. И очередные шансы он дает для Павла. Что у нас есть продолжение в середину. Чужой налево, чужой направо. Есть возможность сократить счет. Что-то у Павла случилось, то ли он расстроился, то ли киксанул. Что для Егора есть? Сложный шов свой в середину, в отскок. Возможно, чужой налево, вниз, если он проходит. Перебивает он своего. Хороший чужой в центр. Есть продолжение. Да, догоняет. Великолепная игра. С хорошими выходами. И вот уже отставание не такое критическое.
Если Павел забьет три шара, оставшиеся на столе, счет будет 45-39. И у нас есть все шансы увидеть 49-49. Ну что, просматривает Павел. Чужой все-таки в середину. Да, великолепно сыгран чужой, с идеальным выходом. И делает ошибку на очень простом шаре Павел. Да, и вскрикивает он, так и знал. Пытался он оставить шар себе для продолжения. Ну и что, посмотрим, что наш юниор справится с нервами. Ну что, момент истины, как говорится. Да, справляется Егор с нервами. Что-то у нас есть дальний чужой. Или все-таки свой. Да, забивает чужого Егор. Счет становится 47-37. Тем интереснее у нас матч. И все решится или в этой партии, или все-таки будет 49-49, и мы увидим контровой шар. Можно сказать, золотой шар. Я думаю, что Павел сейчас будет не стесняться и при любой возможности делать атаку, подбивать пирамиду для того, чтобы сократить отставание. Но Егор, конечно, должен наоборот не давать атаку, которая может повлечь разбой пирамиды.
Да, как видим, мы Павел сразу же пошел в атаку с подбитием пирамиды для того, чтобы сократить отставание. Что мы видим? Чужой не забит. Ну и... А может быть, чужой все-таки есть для Егора. Да, есть. Все-таки чужой есть. И это шанс. Да, протирает Егор кий. Видно, что нервничает. Но куда же бильярд без нервов? Матч у нас уже проходит 1:45. Ну, в принципе, запланированных 2 часа, я думаю, что ребята уложатся. Да, сыгрывает хорошего чужого Павел. Есть продолжение. Да, позиция раскрыта достаточно. Есть возможность сделать хорошую серию и сократить отставание. Да, немножко неудобно. Придется бить дальний чужой. А это есть вероятность того, что можно не забить. Сорок семь сорок, и у нас 7 шаров отставания, хотя недавно было 22. Павел проявляет свой характер. Очередной шар в лузе. Сорок один, 47. Ну что же выберет Павел? Есть 2 чужих налево. Или свой с левой.
Да, видимо, Павел тоже нервничает, не может определиться с выбором шара. Да, великолепный чужой в середину. Свой шар также мог упасть в лузу, но остановился для продолжения. Да, и это камбэк 47-43. Нас ждет интересная концовка, очень нервная. Да, и ребята, нас смотрит сейчас 101 человек. И это хорошо, это классно. Огромное вам спасибо. Ну что, Павел не забивает чужого и дает шанс для Егора. Ну что, представляю ощущения, какие сейчас у Егора. Очень тяжело собраться, когда ты выигрываешь с таким большим отрывом, а потом соперник тебя догоняет. И сейчас уже отставание очень маленькое. Но надо сделать 3 точных удара, и на этом все закончится. За это мы любим бильярд. Все-таки выбирает чужой на запредельной резке. Почему не рассматривает налево чужой? Наверное, неудобно. Мешает желтый шар. Да, и не забивает Егор чужого. Выкатывается середина. Есть и направо, и налево чужой в дальний угол. Раскрытая позиция, все шары. Находятся не на бортах, в игровой зоне. Да, и подмазал себе, наверное, Павел чужого. Придется играть направо. 47-44. Очень интересный матч, очень нервный.
Да, забивает Павел этого чужого, сделав идеальный выход. Да, и на очень простом шаре ошибается Павел. Поспешил. Ну что, 47-45, и мы приближаемся, наверное, к 49-49. Да, материться нельзя, правильно вы пишете. Ой, что-то уже у нас там падает. Нервы на пределе, поэтому замечания, конечно же, после игры будут сделаны. Ну что, Егор? Будут пытаться сыграть с тещей. Да, не позавидую сейчас спортсменам. Егор идет, берет вторую машинку. Да, очень важный момент в матче. Я думаю, что каждая мелочь имеет значение. Да, забивает Егор чужого. Но и явного продолжения я не вижу. Может быть, чужой налево, вдоль борта. Счет у нас 48-45. Ближе к концу матча ребята, конечно, каждому удару готовятся более акцентированно. Ну, конечно, нервы, нервы. Да, забивает чужого Егор. И у него матчбол. 49 шаров в его активе. Ребята, напоминаю, что у нас проходит розыгрыш. Занимайте свободные цифры, числа от 1 до 35. Можете до 40, если я увижу, что есть свыше 35. И мы по окончанию матча проведем розыгрыш от нашего партнера и друга автоцентр «Флагман». Ну что, справится ли с нервами Егор
Мы это узнаем через несколько секунд. Шар простой. Да, поздравляем Егора. Одерживает он победу. Тяжелая победа, хотя вначале казалось, что будет все легко. Буквально через несколько секунд мы проведем розыгрыш. Да, у нас генератор случайных чисел на экраны от 1 до 35. Поехали. И это число 10. Да, победитель у нас известен. Акстилович Андрей. Поздравляем вас, вы выиграли в нашем розыгрыше. И ваш приз ожидает вас у нас в бильярдном клубе. Приходите, забирайте. Ну а с вами мы встретимся через несколько минут. Всем удачи.